отца, ни матери. Мы не знаем даже никого в этом чертовом городе Юрке, что ты хотел бы элементарно расспросить. Это легко, берешь первую бумажку. Я сегодня первый день вышла на работу в вкусняшку. Видите, вкусняшка. Девушка, сосиска, давайте вы катитесь туда, откуда прикатились, да? Мам! До свидания. Поймите, это легко, берем папашу, все аккуратно. Я прошла. И мне сказали, что у меня самый высокий потанцевал из всех, кого я видел. Чего? Какой потанцевал? Потанцевал. Из всех, кого они видели, что идет открытие ресторана. А давно он открылся? Вчера. Я, если честно, хочу поступить в университет. Но так как я еще плохо катаюсь, возможно... Слушай, подвигаешь мамочку, по-моему, на место. Там он все... Сосиска! Сосиска! Да. Ты местная? Да, я местная. Она местная, все местные у нас на стульчик. На каком стульчик? На стульчик. А у вас нет друзей? У нас? Давай я на стульчик. У вас? Да, у меня очень много. Давай на стульчик, быстренько. Я бы могла вам про себя рассказать, но мне кажется, что вам не интересно будет. Хотя почему бы и нет? Сосиска, стоп! Сосиска, скажи, пожалуйста, ты знаешь, это тоже местный житель, как ли, ну? Кого? Ну, вспоминай. Опять амнезия, ну. Мисс Флоренс Снайдер. Опять кто-то свою? Конечно, знаю. Почему? Я тогда у доктора работала, она почти каждый день к нам вовсе приходила. Знаете, сейчас или никогда? Никогда! Сейчас! Сосисочка, скажи, пожалуйста, ты не помнишь, когда она последний раз видела своих Макса и Стива? Давно. Давно, хорошо. Малютка. Малютка, хорошо. Маму звали? Дженни. Дженни, а папу, конечно, Ир. Ир. Папу-то звали Ир, запоминал. Сосисочка, скажи, пожалуйста, ты помнишь, она не говорила за какие-нибудь, может быть, особенности у ребят, может быть, кто-нибудь из них летает или перелями крыть? Нет, ничего такого не рассказывала. Они обычные, без особых примет. Все, вот обычные, без особых примет, все. Но только Стив не слышит и не говорит. Но это с самого рождения, ха. Все правильно, так-то без особых. Господи! Я тебе сколько раз говорил, не ешь школу! У нее кровь! Нет! Ладно, я поехал. До свидания, Барс, до свидания. Я буду тренироваться, ладно? Давай. А то тут проход прямые длины. Как ты две сосиски в долгом поцелуй. А меня, кстати, Одри зовут. Меня Джек. Джек. Гейбл. Как Кларк Гейбл, только Джек. Мы сейчас с сосисками здесь знакомиться будем. Обалдеть. До свидания, девушка. До свидания. Прощайте. До свидания. Какая красивая бабочка. А я понял, вам, наверное, помочь? Вас подтолкнуть? Да, пожалуйста. На счет три. Давай, шалун. Она сама, и тут, знаешь, куда не возьмись. Раз. Два. Два. Три. Осторожно. С вами все.